25 января – особая дата в истории Лабинского района – освобождение от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии 79-й годовщины освобождения учащиеся 4-й школы города Лабинска приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Ирина Новикова, заместитель директора районного архива, провела для ребят экскурсию по памятникам, расположенных на площади Победы, рассказала об истории Великой Отечественной войны и земляках-героях. Основная цель сегодняшнего мероприятия – это воспитание чувства патриотизма, уважение к памяти погибшим. Сегодня мы привели ребят на мемориальный комплекс памяти жертв оккупации для того, чтобы они смогли прочувствовать ужасы тех страшных лет Великой Отечественной войны, познакомиться с именами наших земляков, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков. Молодое поколение должны помнить, сохранять и передавать эстафету памяти. Во время оккупации от рук фашистов погибли 1316 мирных жителей. Учащиеся школы посетили и братские захоронения, зажгли свечи и возложили цветы. Свеча памяти приурочена к 79-летию со дня освобождения Лабинска от фашистских захватчиков. Зажженная свеча – это своеобразный мост, который соединяет настоящее и прошлое. Он символизирует преемственность поколений. Лилия Саакян, Людмила Никонова, Лабмедиа.